Привет, друзья! Листал журнал «Нумизматика филистика», вдохновился определенной тематикой, заказал себе две посылки, которые сейчас открою и покажу, что я заказал. На самом деле, вот такой вот существует журнал. Я рекомендую ему его тем, кто интересуется коллекционированием монет, коллекционированием орденов. И здесь есть вот конкретно в этом выпуске за Вересень, Липень 2019 года есть офигенная тема с очень уникальными историей нагрудных знаков. Именно в этом выпуске рассказывается более подробно про эти знаки. Как раз у меня посылка связана с этим направлением. Давайте я буду открывать и, собственно, показывать, что же мне пришло. Такого в коллекции у меня еще не было. Вот, поэтому, ну, я стараюсь свою коллекцию очень разнопланово вести. У меня есть и монеты, и ордена, и монеты украинские, понятно, это как основная тема, но есть другие темы, как, например, монеты Древнего Рима. А эта тематика, конечно, у меня очень вскользь затрагивается. Захотелось именно вживую посмотреть на этот интересный формат. Смотрите. Здесь у меня несколько орденов. В первую очередь, вот давайте я вам покажу. Здесь у нас ордена УПА. Смотрите, как они сделаны. Это копии, но на самом деле ордена оригинальные такие УПА по стоимости могут реально стоить, ну, больше $1000, я думаю, однозначно. Я посмотрю, есть ли проходы. Если проходы конкретно продажи на Виолете подобных орденов, ну, я думаю, больше $1000. Сейчас я как раз вам покажу. Угу. Вот, смотрите, очень качественно сделаны. Не каждый может такой орден положить к себе в коллекцию, да, там, или разместить у себя где-то на планшете. Вот такие вот ордена УПА есть. И вот такой тоже необычный такой вот коллекционный тоже материал, кстати, по-другому. Вот, давайте покажу, что во второй посылочке. Гляньте, вот так вот красиво довольно сделан. Что во второй посылочке? Достанем. Никакого скотча, так, там, чтобы было удобнее распаковывать. Здесь оригинально. Если это копии были, то здесь конкретно оригинальный вот такой вот нагрудный знак УПА, юбилейный, 60 лет. Очень красиво он сделан. Я думаю, производство это у нас Украина делала, уже производит, не заказывается где-то из-за границы, а довольно тяжелый. Гляньте, как он красиво выглядит. Не моя тема, но мне было интересно посмотреть, как реально визуально выглядят эти ордена и награды, тем более, ну, такой вот уже в современном виде, как они выглядят. А это копии тех, которые были. Что я хотел сказать? На самом деле, очень подробно, более конкретно можно прочесть про данные ордена, про эту тематику вот в этом журнале. Я вам рекомендую, ссылочка на журнал будет в описании к данному видео. Он выходит раз в квартал, можно подписаться, и довольно дешево выходят данные журналы. Здесь и про украинские монеты все есть, и про ордена, награды. Короче, я советую. Также хочу посоветовать ребят, которые в Вайбере создали группу по нумизматике украинской. Друзья, подпишитесь обязательно, потому что там реально очень много эксклюзивной информации появляется. Я очень советую, также регулярно просматриваю новости. Ссылочка будет в описании. Так что переходите и всем пока!